Здравствуйте! На календаре пятница, и пора задуматься, как провести свои выходные. О культурной программе города расскажу вам я, Юлия Север. 24 января актеры театра «Камерная сцена» приглашают на спектакль «Декамерон» или «Когда умаляется печаль». Веселый, красочный музыкальный спектакль по мотивам одной из самых знаменитых книг раннего итальянского возрождения – Джованни Боккаччо. На сцене герои спорят о том, кто более благороден в любви – мужчины или женщины. В доказательство своей правоты рассказывают истории, кто лирические, а кто откровенно озорные. 25 января, в день рождения замечательного поэта, актера и певца Владимира Высоцкого, предлагаю вам отправиться в музей его имени. Самарский музей представляет собой единственную комнату, увешанную раритетными фотографиями, афишами Высоцкого и его автографами. В центре экспозиции огромный портрет барда, кисти французского художника Николая Дронникова, который рисовал Владимира Высоцкого в Париже в 1975 году, а затем подарил одну из своих работ Самарскому музею. Приходите, вход свободный. 25 января в загородном парке большой праздник с концертом и соревнованиями. Спартакиада приурочена к празднованию Дня российского студенчества. Самые активные и спортивные смогут в этот день принять участие в состязаниях, доказав свою ловкость и силу, а также умение сражаться в команде. Праздник пройдет в загородном парке. Площадка перед горой с 12 до 15.00. Вход свободный. Это все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Мне остается только попрощаться и, как всегда, пожелать вам нескучных выходных.